Всем привет, у нас в продаже появляется Kia Rio 2020 года выпуска, объем двигателя 1,6 литра, мощностью 123 лошадиных сил. На автомобиле всего два владельца, пробег составляет 56 тысяч километров. Давайте заглянем в салон. Задний ряд сидений в идеальном состоянии, дверные карты без потертостей. Передний ряд сидений также в идеальном состоянии, дверные карты без потертостей. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В комплектацию входит 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с подогревом, центральный замок, система отключения стабилизации, датчик давления в шинах, бортовой компьютер, мультироль, круиз-контроль, блок управления светом, штатная мультимедиа, задние парктроники, однозонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, обогрев заднего стекла, подогрев передних сидений, обогрев руля, две розетки 12 вольт и USB. Если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. Приобрести данный автомобиль можете за наличный счет по программе Трейдин или в автокредит. Находимся по адресу Азина 83, автосалон ZIP Auto. Всех ждем. Tempo has reached critical level. Tempo has reached critical level.